смысле, Андрей, ты же там квалу не хотел проходить. Я не говорю квалу, в смысле? Ну, оно получилось. Я 36-й, как бы, пидорасовый ёбаный. Ты же орал, что пидоры не зачитали круг, я был первым. Я бы был первым. Ну и чё? Я же... О, нормально, мы с Серёгой вместе стартуем. А вы какие, Паш? 29-31. О, Фил слева от меня. А, не сзади от меня. Дима, я за тобой через машину, ладно. Пацаны, я реально буду в коробору дрестить, как бы. Что хотите делать? А ты пробовал его прошивать? А, можно бомбочку, кстати. Гляньте, там задние чуваки стартуют за поворотом, походу. Дэвид Мэнсон. Офигеть, Филд. Огромный. Блин, такой стремить надо было. Что-то я думаю, что одной починки будет... У меня вопрос. А кто сзади стартует? Он в повороте стартует, да? Походу за поворотом. Requesting 40 people... Ой, 40 cars... Я 36-й, и там, короче, это я уже почти у поворота стою. Ну да, мы стоим вот в районе 30-го. Передо мной чувак стоит прямо на зоне отметки ДРС. Мика из Хуиз. Алексей Шиховец, такого я по курсе знаю. Ну чё, поехали, ребята. Удачи. Удачи. С Богом, ребятки. Good luck, everyone. У меня же ВПС подсел. Какой старт был вообще? Это просто ад какой-то. Столько дыма. Офигеть дыма. So much smoke, oh my god. Всё, меня уже зашатали. Я, по-моему, в Пашу приехал. Если ты черный с зеленым огнем, да, то да. Да-да-да-да, спасибо! Всё, ты поехал, да? Ёкалманы, мне страшно, ребята! Два раза 60 FPS. Тело, ты там умер во втором повороте? Да. В первом. Кто-то в стену направо уехал. У меня руль 180. Так, но я уже еду, походу, позиции 10 такого. А, и направо у меня машина вообще не хочет поворачивать. I love everything. Да, ребятки, ну FPS как нормально, все равно 50 же есть. Кстати, довольно стабильно, все равно выглядит картинка на 50 FPS на 11-м директе. О, сундук, мы с тобой тривайдом. Нет, это не со мной, я за тобой еду. Я слева. Я за тривайдом еду. А ты за? Ну, теперь... Я пришел свернуть. Чё-то как-то все зарано тормозят. Дебил, кусочка! Паша, ты какой, белый, да? Да. Ну, дефолтный. А за тобой синий белый чувак, да? Тоже белый. Упс. А за ним белый. Ты дебилы, сраные. За ним белый с синим байпером. А ты, видимо, в стене, да? О боже, о боже. Кто-то дрифнул, он там устроил. Ребята. Пошло дерби, ребята, пошло дерби, блядь. Мне почему-то вспоминается Безумный Макс. Сегодня хороший день. Мы все отправимся в Вальхалу. Залейте себе рот еще там чем. Да. Стой, у меня серебро на даче только. Да, ребятки, заходит Директ 11, нормально. Мне понравился Директ 11, стабильно. ФПС вроде такой же, примерно. То есть ФПС падает, а картинка все равно выглядит плавно. О, я в топ-20 заехал. А я даже все, 17-й. 16-й стал. А где мой Денис, блядь? Где твой Денис? Отлично, я еду дальше. Андрей, правда, тут такая яма. Какие у вас отношения с Илюхой? Он спрашивает, где его Денис? Я Денис спросил. Я просто заехал в питы и выехал из них, потому что нет моего чувака. А, слушайте, а чувак-то новый. Да, и он какой-то дрыщ стал. Илья? Нет, я в машине. У него еще швабр в руках, по идее. Блин, мне руль отвинтился. А я вот только из питов выехал. Ну тебе клево, ты хотя бы починился. Ну, как бы сундук, у меня просто руль был на 180. Я тебя поздравляю, у меня он сейчас тоже 180, только я в питы заезжал тоже. Я сейчас обидел, что ли. Может, а за что так много кругов-то? Чтоб все успели ушататься. Ой-ой-ой, ты там за смерть!
лимита по инкам нет. Тихо-тихо. Да ты чё? Ну, у меня первый просто. Пойди сейчас на какой-то езжай. Иди сюда. Я тут взорваться хочу. Ваша новая лицензия D. Ой, у меня... Я тоже первый 4 получу сейчас. Локи, а ты куда пропал? Локи передо мной едет. Пипец, уёбок там крылся. Я попытался обогнать и доехал до травы. О, поехали. Тихо! Тихо! Ах, ебать! Опа-па-па! Фусрал, да! Так, ладно. Господи. Почему такого нету в руканской мазде, ребята? Там есть это... Окси, вот стоял парень, да, слева? Да. Снаружи. Короче, мы Тувайдом ехали в этом повороте, я слева был. Я чуть-чуть в этого стоящего не заехал. Ой, хорош. Ой, ребят, это было красиво, кажется, да? Почему это будет? Кажется, получилось тепло. Анна, зацени. Господи, всем таким... Пацаны, завтра 60 машин на Глене, вот это будет пиздец. Какой там Глен? Асик. О боже, что это? Что это? Твою мать! О, Фил, привет. Кстати, стало видно этот... Как у соперников колеса греется. Логи, дай проехать! Как обычно такое услышите? Логи, пенсия. Иди моему, говорит, увидеть, не мешайся. Мы тут с Мегаэшлисом дрифтим на выходах в шпильках. Это шейкдаун, да, это шейкдаун, это заходи и поехали с нами следующую. А вот Кинзглен уже завтра, типа, да? Завтра, да. Там будет кап с постом. Жалко, что с бастопом был бы вот этот вот. А, Наскаровский, который? Ну да, Наскаровский. Да, бастоп. Но он спас. Но Наскаровский. Да он классный. Он охуел. Вот это будет жара вообще. У меня просто его нету, поэтому я слегка разочарован. Он просто 60 дайв-бомб на кран прибегает. Ух, какие-то на третий поворот. Я на третий, да. То есть ты допускаешь, что всего одна машина всего одну дайв-бомбу совершит за первый круг? Ну... Ты, мне кажется, слишком... За первый поворот, чувак. Там чувак медленный. Осторожно. Я вот представлю бастоп в этот момент. Тео, да я собираюсь тебя обогнать и дрифтить. Блин, ребята, чатик. Пожалуйста, скажите, как вам новый Мазды? Потому что я просто охуеваю, как он крут. О, Логи, давай, молодец. Отжимай парня. Ты что-то испугался, походу, немножко? Да нет, там реально Логи отжал парня. Патрик отжал. О, впереди завал. Фил, ты тут осторожнее, я дрифтить собрался. Окей. Ой, что-то не вышло. А, твою ж мать! Мне доехали сзади. Илюха, а ты в итоге заехал в пету, но не починился. Всё, я приехал. А потом еще раз заехал, уже починился. Патрик, нет, сзади сюда ехал. Потому что моего леденца нет. Блять! Фил, ты жив? Чё случилось? Я-то жив. Да меня понесло просто. Сори. Патрик, я там тихонько в инсайде хотел хочешь, пролезть. Я... Да не-не-не, я сам абсолютно. Это мое. Я пятак. А я дрочу, у меня был. Вот эта шпилька, короче, вот в обратную сторону ее дрифтить, это просто обтащится, серьезно. Блин, ну, который выход напрямую. Звуки так классно переработали, это просто. Угу. Мазда звучит просто эпически круто. Да все тачки. Все Дима тачки. Да. Надо корвет попробовать. Я никогда не думал, но я скажу, это BMW звучит даже круто, в принципе. Слушай, Андрю, это Денис. Надо, знаешь что, корвет попробовать. Да я понял тебя, да. GT1, который настоящий корвет. Я понял, да. Я сразу догадался. А что, ТП-шка типа не настоящий корвет? Ну, это прототип, он выглядит колес. Слушай, с таким же успехом это может быть Форд или... Ну, почти с таким же успехом, так что... Сынок вообще не парится перед носом. Пойду чисто. Ну, я... Я дрифт не собираюсь, слушай. О, я перед Илюхой прямо сейчас буду ехать. Прикольно. Да Илюха тут вот дрифтит во всем. Фил, блядь, Фил, ну ты меня ломаешь весь мой дрифт. Ломаешь, ломай его полностью. Оно ломает тебя изнутри.
Давай, давай, давай. Сейчас сундук, а где вы едете? Последний поворот. Ну в чё, фью, блядь. Сейчас я тебе бэкборд перед носом захуярю. Фью, а тебя нашли, что ли? Ну, я как бы в Т1 умер. Он в Т1 меня на полном ходу заехал. Полетарушку в стенку. Офигеть, какая ветреная погода. А где Дима-то? Что-то я не понял. Я вот сзади вас сейчас в Т1 въезжаю. В шпильках пиздец, кажется, опять. Что-то я рановато. Окей, проехали. Блин. Заспился. Сундук, ты только перед носом у Димы, пожалуйста, не дрифти, а то это пиздец. Я знаю, тут... Слушайте, мне так нравится, как она понижается блипом просто на пофиг. Вообще. Мне как-то странно, частицы перед глазами летают вот эти. То ли песок, то ли шин. Местами. Что, я обдолбался просто? Кто-то на въезде в пяты заспинился. То есть реально, он уже заезжал в пяты, и в следующий момент он за жопой едет в пяты. Он в итоге убрался, ребят, вы видели в зеркале. Хорош дрифтить. У нас тут какая-то серьезная гонка. Я говорю, чего тут вообще езжу-то? Блин. Давайте реально после финиша соберемся где-нибудь и попробуем вместе подрифтить. Мне кажется, это финиш. Блин, а я не умею. Да, на этой мазде не надо уметь, Андрей. Я тоже не умею, но... Да-да-да, просто раскачку и поехал. Чтоб успевай их закручивать. По большой скорости не советую раскачку делать, потому что ты не в ту сторону раскачаешься. Вот так вот. Вот ты! Лошара! Ну ладно, я два круга и так сам пользу. Что-то я полагаю, что резины скоро не останется. Понятно. О, еще один. Пока. Да чего же долгая гонка? 20 кругов только, а я минул, чувак. Проги почти 30, по 2 минуты. 40 минут. 30. Заебись, я въехал носом в стену, и у меня сломалось колесо. Блять, охуенно. Колесо охуело от такой дерзости просто. Не, ну как бы я все. То есть починка у меня потрачена. Перепачена. Да. Одна починка. Дима. Да. Первая жертва обстоятельств, ребят. Фил оказался слабым звеном. О, я в топ-10 да заехал, нифига. Там Т2 опять понесло. О, я опять вижу логи, класс. Фил, слышишь, доедь до конца прямой и остановись, короче. Сейчас протестим, как там жопа эта. Зачем тебе остановиться в конце прямой? Ну остановись. Ты все равно как бы уже не закрыл. Мне кажется, сейчас будет запуск. У вас в 4 секундах там Мэтт едет. О, Джейш, ты впереди едешь, нифига. Да я все понял. Ну что так себе? А как вы, нет, а вы там в конце длинной прямой валяетесь? Ну точнее я валяюсь. Осторожно, 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 осторожно. Попробуй скрэш меня, сука, блядь. Что там, на стриме что ли это было видно? Да, и вы, Фил прям выезжал на трек. Беда, беда, беда. Сундук, блядь. Да не помогай, что у меня машина, я полностью развалил. А, я понял, у меня колесо. Ты забрал лаки в итоге, нет? Фил, сиди там. Фил, закрашь его, пожалуйста. Короче, посмотри, у меня левое колесо оказалось в правом. Вы забрали лаки в Альхаву, пацаны? Нет? Нет. Ебучий ты, Фил, блядь, я протест напишу. На что ты протест будешь писать, блядь? Так он же специально двоих чуваков развернул. У меня машина вообще неуправляема. Логи, я чуть не навел. Паша! Что, Паша, алло? Я до тебя еще не доехал. Сука, уёб, что вы... Подожди, при чем тут я, алло? Я, короче, просто... Я ехал в секундах в 4 еще от него. Он такой, о, Маша, как ты? Что я сделал, Логи? Меня там конечно. Что я тебе? Думал, ты меня тронешь, я другой. Логи, тебя даже Логи просил. А, блин.
Логи, как ты к этой гонке можешь так серьезно относиться? Может, ты, блядь, ты подумаешь, я тебя обгоню? Ну что, первый раз, блядь? Логи, я Микуэшису обгоняю. Пиздец, я спокойно выиграл бы, нет? О, господи. Слушай, спасибо за продленную жизнь. О, господи. Ёбки! Бля, сейчас напрямую надо будет шифтер поправить, я его чуть со стола не сорвал. Да, Логи. Упс. Он ушел? Нет. Ой, я не могу. Всё, жертва. Нехорошо, не слишком хорошо. А, ну да, у меня переднего правого колеса как бы нет, оно внутри двигателя находится, все нормально, как обычно. Ой, я все еще в топ-20, нихрена себе. Антон защищает Логи. Так, сундук там же, так, Логи тоже в пятах. Я уже вышел с сервера. Да, даже вышел, бомба. У меня просто левое колесо. Ну, блядь, я тебе сказал, держись, блядь, с краю. Логи, блядь, ты понимаешь, что у меня в повороте машина чуть не перевернулась? Ты стоял, ты стоял на траве, когда я тебе сказал, есть по траве, не выезжай в нас. Ты сначала в одного чувака влился, потом меня за спину. Блядь, ты понимаешь, что у меня машина неконтролируема была? Я пытался хотя бы ее удержать. Я хотел до битов, до битов. Едь по траве, не по дороге, когда там целая толпа едет. Не похуй в тестовой гонке, как бы. Логи бомбит от того, что его вентиль закрашили. Понимаете, мне сейчас в гонке все не считается, блядь. Все едут быстрее. Ой, я бы победил. Ой, меня Джефферс обгоняет. Ой, мне сейчас правое колесо и все достает. А Логи вгорит из того, что его... Одно дело, если бы меня в борьбе закрашили, одно дело, как Фил. Чувак, если бы тебя в борьбе закрашили, ты бы опять... Ой, я напишу протест. Короче... Вы поняли, да? Ой. Что завязывается с хуйней это? Больше пожаров полку огня, мне в чатике говорят. Ну, короче, Логи уже отправился в Бальковую, походу. Логи, вот что он мог выиграть? Он отправился туда раньше Фива, блядь. Он ехал 11-м. Я? Да. Да. Я ехал 9-м. Вот какая разница. 9-м, блин. Я за тобой ехал, что ты возникаешь? Я 9-м ехал, вы что, тупые совсем, что ли? Я не знаю, 4 дауна, что ли? Просто 9-м, 6-м. Я его видел в F3, он меня видел в F3, какие проблемы? Пацаны, я схожу, забудьте, блядь, так смешно и пиздец. Ну что, я сейчас успокоюсь? Да-да-да. Ой, я не могу. Слишком хорошо. Добби. О, господи. Ой, блин. Я, кстати, у Мерседеса нашел одну неприятную вещь. Ну так, относительно неприятно. Ну давай. Внешность? Нет, смотри, короче, когда... Не трогай Мерс за внешность, она неплохая. Да, он же делал со вкусом, беда, не пальцем. Да, ты дай... просто даун, ну, сам. Ну да. Короче, это такой себе минус, но все же, когда топлива остается мало, ну там, вот знаете, бывает low fuel, вот там выскакивает. Ну да. Оно выскакивает на месте оборотов. То есть вместо оборотов. Ну, лампочки-то показывают. Не, ну лампочки, да, показывают. То есть, ну это... и все, тогда какая разница. А ты что, по количеству оборотов ориентируешься? Погоди, так там же ползунок, а не лампочки. Или там и ползунок, и лампочки. И ползунок, и лампочки. Там и то, и другое. Да похер вообще, лампочки. Вот. Ну, мне, например, просто по полоске, например, удобнее, да, было бы. А, Денис, кстати, проконсультируешь потом по его настройкам, ладно? Слушай, я по машине, которую вот так там на самом деле сильно отличается. Ну, так, хотя бы базово. Могу что-то. То есть сказать. Я понимаю, что. А, ты стопудово мяч берешь, да? Я уже его взял. Я скажу больше, я планирую. Дима-то с нами в эндуренсе не ездит. Поэтому да. Вот. Не, мне Audi на самом деле очень сильно понравилось, я не знаю. Я думал, будет хуже, но. Блин. Она и BMW добавляет, типа. Вот что самое меня что подкупило. Ну, не знаю, мне BMW как-то не напомнило, ну. Там тормоза дикие очень. Очень. Ну, тормоза... Эти черт его знает. Ты 30% жмешь, он тормозит, как... Не знаю. И очень классное ощущение от ABS. Машина прям... А, ну это я заметил.
Слушай, они всем ли машинам так жестко прикрутили АБС? Потому что тут на Мазде тоже очень рано он срабатывал. Вы вот, ты Мак заходил, там ничего не изменилось в этом плане? Нет, вот этот Мак вообще баржи как был, так и остался. Ну вообще АБС переработали. Его переработали, но в руки, например, на Маке не долбит, в Мерседес так не долбит. Вот. Нет, тут вопрос не в том, долбит или не долбит, а процент нажатия тормоза, когда срабатывает АБС. По этому поводу не могу ничего сказать, честно говоря. Ну, потому что на Мазде он работает реально рано. Про вот GT3-шки новые вы говорили то же самое, что процентов 30 ГГ. Ну, походу, ну, да. Надо будет... То дальше. Есть вопрос, как на Маке, на старе, на машине, вот как дело поменялось? Ну, вообще, я тормозил точно так же на старом сетапе, по крайней мере. То есть, если сетап, думаю, новый делать, там, не знаю, АБС закинуть куда-нибудь вместо девятки в меньшую сторону, может, что изменится. Не могу сказать, я вот это не смотрел. Угу. Я понял. Вот. Ну, вообще, мне очень сильно вот этот апдейт, вот прям просто best. Меня... Пойду тоже дрифтить. Но надо признать, что да, среди прошлых апдейтов это как бы такой. Знаешь, самый прошлого, вкусный. Нет, после прошлого. Типа, ты все еще едешь? Да. Каким? 17-м. Хорош, а Паша? А, даже, наверное, 16-м поеду. Я пиделся, 14-м выехал. Ага. То есть ты настолько быстрее Димы, что ты с Питом его обгоняешь все равно. Ну, Дима, у меня походу, закрасили. То ли на Торинге стоял, то ли типа того, да, я да, просто да, всем... Да. Я просто в стенку развернулся мордой и спокойненько на неповорачивающей машине доехал до пята. В меня Фриско влетел. По поводу Мерседеса, просто Мерседес вот мне очень сильно BMW напомнил, честно говоря. Ну как, очень сильно. Сильно. Ну, у него он просто BMW, но типа с характером. То есть развернуться для него, да, не проблема. Но настройки почти такие же, как на BMW, только ну, что тут сильно ограниченнее. Так, нет желания посадить Адольфа на кол и провернуть. Нет, не читал, видимо, SFM. Что там со старым чатом? Что, пожарники у вас творится? Едем. Ну, у Аги вроде прогорел как? Тлеет. Денис что-то опять рассказывал про GT3, я слышал. Не, ну просто да. Начали тут. Ну да, обсуждаем. Ну, я свое мнение написал, как бы. Ну, я тоже. Мне нравится, что Макс самый быстрый на прямой остался. Но если я буду докупать когда-нибудь ради разнообразия второй машины, это будет Audi однозначно. Да, у меня то же самое. Я, скорее всего, говорю, в этом сезоне для разнообразия возьму себе еще. Ну, чтобы прикатываться. Кстати. Вот. На самом деле, я не удивлюсь, если Audi в этом сезоне будет немножко имбой, потому что... Она чувствует... Скорости у нее нет. А? Скорости-то у нее нет. Ну, окей, на Монсе она проиграет. Если какой-нибудь Монсе или Дайтоне, она будет сосать. Ну, я беру... Сейчас все-таки вот из трасс, который вот в прошке будет. Там 6 трасс всего. Ну, спа. 5. И Монса. Ну, ее же в... А, она в прошке будет, да. И Монса. На Имоле не так все-таки большая скорость. Там нужна больше прижимка все-таки больше даже. Насколько я понимаю, Имола это больше на спа похоже. Ну, на Монсу. Там больших особо прямых-то нет. Ну там, скажем так, не, там скорость высокая, нужна еще прижимка. Она просто красна, именно там скорость и поворота. О, мне капот вернули. Она может. Я даже не удивлюсь, если мне как-то спасибо не стоит. Это так. Там, на самом деле, скоростных поворотов не так много. Там просто прямая, шпилька, какая-нибудь, точнее, эска вот эта вот, а-ля Asus. О, Паша, иди сюда, будем бороться. Иди сюда. Я дрифчу держу. А, нет, я уже не дрифчу, я себе задним основным. А, только SFM, я, ну, про старый чатик как бы покер, потому что я уже 100 лет как новый использую, поэтому... И мне он как бы нравится, поэтому я не вижу смысла в старом. А, старый чатик? Да. А насчет Audi, ну, понимаешь, в реале все-таки роляет не только чистая скорость, там есть такая штука, как ресурс, вот. Вот, и так далее. Там же, ну, наверняка были какие-то отказы в диджеющих командах. Волда Audi в реале, например. Audi чем берет? У нее очень классный downforce, и при этом скорость. Ну, ее зарезали хоть по скорости. Но вот ну, показать... и опять же... Слушай, я насколько помню, экипаж Мангисбергена чуть ли не за победу боролся на тот момент, когда у него заднее крыло отвалилось в Дейтоне. Вот, ну, поэтому тут, как бы, понимаешь... Реально не будет... только чистый темп все-таки роляет. Audi, скорее всего, будет еще с резиной лучше работать, чем McLaren. То есть она легче, во-первых. Не, ну насчет топлива легче. Меньше. Тут в чем прикол? Топливо там меньше всего на 10 литров. 10 литров, ладно, хрен. Сама машина легче. Хотя да. Вот, смотри, а на сколько?
Там на самом деле много достаточно. По-моему, даже легче, чем BMW. Ничего себе. Она вообще, по-моему, самая легкая. Она теперь из бумаги сделана, блядь. Ну, карбон видел внутри весь салон. Да вообще, по-моему. Вот. На самом деле, просто почему мне кажется, что Audi может быть немного импой? Средняя моторка, которая поворачивает, в принципе, очень хорошо. Стабильная достаточно. 199, а у McLaren, ну, сейчас скажу, не, лучше BMW, скажи. Я хочу сначала с McLaren. McLaren на 70 кг тяжелее, чем BMW. BMW 2646. Не, ну логи, с учетом того, что они все-таки полезны там все. А я первый не слышу. Все-таки. Вот. Баланс, я думаю, там все равно будет не сохраняется. Все-таки BMW легче. Понял. Ну да. Вот. Ну тормоза на Audi просто дичайшие. Хотя я думаю. У Мака 2725, не понял. Кстати, получается, она тяжелее весит. Тяжелее, чем Мака она в итоге. У нее топливо меньше, а вес, походу, самый тяжелый в итоге. Ну да. Я сразу сказал, что Мерс будет самый тяжелый. Ничего, он вообще так нормально. Вы про Мерс? 900... Мерс самый тяжелый? У Мерса, да, 2932, короче, на сотню больше, чем все остальные вообще. Ебать. И при этом он напрямую еще валит. Куда он валит? Ну, то есть он едет как Audi, а до Мака там вообще далеко. Смотри, что такое. BMW по скорости... И до Руфа, я так понимаю. Если учесть вес, то... Или нет, Денис? Руф, он едет как по скорости как Мак примерно, по максималке. Ну, блять, ну это бред. Вот. BMW на 3 км в час медленнее, и еще вот эти на 3 км в час медленнее. Короче, в прошке будет McLaren Cup, понятно. Не, в прошке будет только... Там не будет McLaren Cup, потому что там есть еще зачет производителей, и люди за эти бабки покупаются, окей. McLaren Cup и не будет, забыли. Поверь, в прошке не будет по одной простой причине. Резина. Хотя неизвестно, что с этими Pirelli сделали. Мы теряем бойцов. Everybody's dying. Упс. Тихо. Интересно, о, потом... я сейчас на четвертое место выйду. О. Лутушов мне скинул настройки. Люди, походу, нет. Убай студио? Да, нихрена себе Лутушов битрейт вообще. Сколько? 900. Ну... А вот эти вот дополнительные настройки, вот там идет после... смотри, идет пресет, потом профиль кодировать, и после профиля кодирования еще третья строчка. Вот я ее сейчас убрал. У него вообще, знаешь, всего пару настроек, а остальное дефолт стоит. Ну вот скажи, вот третья строчка у него стоит или нет? Где именно сейчас? После профиля кодирования идет следующая. А, профиль кодирования, сейчас, секунду. Идет сначала пресет, потом профиль, и потом третья строчка. Я сначала что-то выставил, что-то там на фаст. Фастер. У него фастер. А, вот это энкодер пресет, что ли? Да. У него стоит фастер. Строчка после кодека и это было. Сейчас, подожди, да я сам посмотрю, потому что у него где-то явно значит что-то другое. Иди, посмотри. Да-да-да. Так, сейчас. О-о-о! Твою мать! Ты руль сорвал? Нет. Машину сорвал. Слушай, там два лидера, кажется, по-прежнему идут корпус в корпус, они меня... Да-да-да-да. Так и было. Ты прям, они тебя на круг обгоняли, что ли? А, Паша, это ты был? Да. Я понял. Это я Пашу видел. Убившегося. Да, я вообще четвертый был. Кстати, по-моему, ты был белым, Паш. Да-да-да. Я сейчас тоже белый. Как и черный. Как это работает? Че, потушился? Вы еще поедете? Пошел в жопу, я тебе просто тут... В этот еще говорил, забыл микрофон включить. Логин, ну серьезно, ты просто это тупая доёбка, потому что тачки просто не поворачивали. Мы и так понимали. Он вообще на трассу не выезжал, я видел, когда ты его объехал, он вообще слева от тебя был там за трассой. Не надо, короче, пиздеть на пилот. Кто? Фил? Он был.
посреди дороги. Он сначала в одного врезался, а потом меня развернул. Ты понимаешь, что у меня правое колесо было посередине машины? Какого хрена ты вообще с травы выехал? Она не поворачивала, он ехал по траве, она просто... Я пытался вообще хотя бы машину держать, ты понимаешь, она неконтролируема. Ой, все, идите. Он был на внешке на траве и мог дальше ехать. Логи, на внешке, логи, стопэ, ты разъеби машину точно так же, как я, или хотя бы примерно, и попробуй поездить. Ты заткнулся, с головы уже болит от вас, реально. Это нереально. Если она так у тебя не ехала, добро пожаловать. Заткнись, пожалуйста. Горящая хуйня, блядь. Нет, реально, я ничего не имею против, но у меня реально голова просто болит. Давайте мы просто там говно. Блин, это круто. Сил реально чуть не перевернулся там. Я Оди. Реально там в повороте поехал на двух колесах. Оди, сори, конечно, но реально просто голова болит от этого всего. Уже все выяснили. Короче, я могу тебе скинуть вот все, что у Кута настройки, и все. Мне давай скинь, пожалуйста. Он скринами тебе скинул или? Да, там всего два скрина, все, что он изменил. Все, давай. Нет, мне тоже. Изменил, мне, пожалуйста, все целиком. Логи, тебе, боюсь, не подойдут, потому что я X264 стримлю. Ну вот, в общем, вот эти два. Это все, что он мне скинул. Сказал, все остальное по дефолту у него стоит. Логи, а ты можешь посмотреть в этой Ирвиндел восьмерке много народ зарегано? Вот есть Ирвиндел. Нет, я хочу посмотреть, сколько народу. Сейчас, погоди. Широкий выход! Быстрый выход. Широкий выход. Блин, почему этот Баршляев Турист Клаб Компетишн только на новых сделали тачку? Что за говно? Ну, потому что я в прошлом сезоне был на доставке, я не знаю. Ну, это такой дебилизм, реально. Почему нельзя все четыре машины сделать? Заодно и сравнили бы баланс. А в прошлом сезоне разве был Турист Клаб Компетишн? Да. На чем он был? На GT3. Ну, он был не в прошлом сезоне, а на конце недели, в смысле. Один, да, я тебя понял, Антос. Не, погоди, почему он и... Он, по-моему, во время сезона же был тоже, не? Ох, да, он и был. Я его катал. О, Дима, здрасте. Да, что-то длинноватые гонки для такого фана, надо было попробовать. Так они всегда делали такие гонки. Три человека в Ирвиндейл, говорят, зареганы, Илюк. Понятно. Ну, короче, не прям. Слушай... Ты не напомнишь ключ вещания в Nginx Original, да? Что-то такое. Когда вводишь вот это... Там ключ вещания, это вообще от балды можешь что угодно набрать. А, понял. Там главное, чтобы что-то было. Я понял. У меня проблема в том, что я когда настроил OBS на Nginx, у меня он стримил не везде, на YouTube не доходило. Кстати, Денис, ты катался на ремонт? Я в итоге сейчас пустил прямой на YouTube и все. Слушайте, я когда качал, там написано было, что он типа OBS Studio поддерживает мультистрим. Да. Никто не пробовал. Свой? Ну, типа того. Там есть несколько выводов, по-моему, да. Надо глянуть. Ну, я не могу сказать точно сейчас. А это, что еще раз, Илья? Катался на Рено? На Рено? Не, кстати, ну, я по Open Wheel'ам... Денис, глянешь? Ща. Я просто гонку сейчас доеду, тоже посмотрю. В смысле, просто попробуй, потому что машина веселая там. Тебе, наверное, понравится. Так, сейчас, секунду. Ух, настройки, вещание. Дима, ты там дрифтил, что ли? Нет, я. Это я. А, это Паш, ты. Какие-нибудь посты потом посмотрим? Я уже смотрю. А что вы еще музыков не хотите? Честно говоря, пока не вижу. Слишком длинный гон. Ну, такая, да, такой себе. Короче, не забывайте на позицию, ребята! Маздакап это чисто угореть на старте и... Ну, если хотите, вас Фил закрашит. Короче, это я не нашел, честно говоря, но это шепот горит. Логи, да хватит бомбить уже, никому не интересно. Короче, из этого самого есть только Вильнёв на GT3 и все. На новых поди, да? На всех. Все? Вообще всех. Подожди, больше 6 машин прям? 5. А у него Трукса или Форда? Форда. Форда? Да. Проститутки, блядь. Ну типа к следующему сезону, то есть... Проститутки. Да нет, в принципе, так все нет, правильно. Нет, а в этом... Все равно проститутки. Проститутки те, кто выпилили Форд. Вон Пейн же 4 потому машины. Потому что я до сих пор охуевал просто со связи действий, да? То есть смотри, мы сначала... сука. Дай, сука, договорить, урезаем, погоди, пожалуйста, урезаем в говно. Ты, блядь, перебил еще и... А потом выпиливаем его, потому что он мало популярен, потому что урезан в говно. Окей, блядь. Короче... Давайте, в спринтах было 4 машины уже, да? 5. 5, а в прыжке 4. Вот, да. По-моему, логичный руф выпилит, потому что он не настоящий хотя бы. Ну так да. Руфы выпилят.
Они нет. Скам... нет. Форд. Когда-нибудь потом. Ну да. А, там добавится еще одна машина новая. А, я думаю, кто там передо мной едет? Это Паша, значит. Рисульки тут устраивает он. Паша, беги. Дайте мне ответить уже по поводу ОБС и все. Короче, это... я не нашел там. Походу, да, ну... О, Паша лох. Да переложилось, что-то как-то слишком рано. Вот. Ну, вы все вместе, что-то это самое. Ага, у меня машина сломанная, у меня руль на 45 градусов вправо. Че страшного, у меня тоже. Теперь. Они нашли друг друга. Борьба инвалидов. Блин! Это было интересно. По поводу вино, мне он напоминает носорога. Пацаны. Что-то у меня бензин красным мрак. Пацаны. Этот туп здесь сделал, короче, Daytona Road, MX-5, Renault, R8 и Merz. Поехали. О, MX-5, ну... Renault, блядь, ну поехали. Ну все, я на Mazda реагируюсь прям. На Mazda. Захвативы? А, я захват игры. А что, Daytona 2007 года. А Daytona какая? Road? Road, Road. Ты хотел овал? Я хотел шорт. А, мото? А, шорт, понятно. Ну шорт это забил. А долго там еще регистрация? Смысли, шорт моя любимая комп вообще, да из-за вас. С такой комбинацией. А через сколько, Илёх? Не знаю. Ну, поди он уже поднял? Сейчас гляну. Ну, в смысле, там уже половина этого, народ зареганул. Блин. Ну, мне надо тут бежать. Я успею. Бежать. Да доехали бы, Денис. Дима. Да ладно. Что ты со мной? Мазда, конечно, много выглядит как-то забавно, как-то игрушечно немного. А, привык. Ну жопа слегка, морда классная, жопа... 9.20, через 20 минут гонка. Блин. Будет, знаешь, как-то пластиковая игрушка, знаешь, такая вот, знаешь, машинка. Уястиковая. Вы же на Байзване поедете? Конечно. Пинстерс, ты тот, что дал пожрать? Покорми кота, блять. У тебя, кстати, у этого, у Малона сейчас лампочка на тройке горит желтым. Желтый это топливо. Это топливо, топливо, конечно. Я езжу. Да едем по Дайтону. Ну я просто забыл уже, что там. Дайтона мультикласс хостов. Мы пока только три лампочки выяснили, да? Ну, топливо. Часть сюда. Перегрев. Ну, единичка, давление масла. Топливо, перегрев и, собственно, давление масла, да. Интересно. Сайт... Что-то сайт, конечно, не очень быстро грузится. Не, у меня нормально грузится. У меня тоже сейчас. Попробуй Ну, заново открой, короче, на твоих вкладах. Да. Какой, говори, Илюх, какой... Там Тубзи, да, это он... JJ Tube. Да, JJ Tube, да, это он 2007, что-то там... Это имя хостера, JJ. 4 тачки. Капец, я шо до 10 секунд разрыв сократил уже. Ладно, упоримся. Пока есть места. Кто-то нормальный хостер не сделал. А кто-нибудь может сказать, на Каяме вообще вот у Алмазды, вот сколько раньше был круг? 49 секунд. Так погода разная, алло. Нет. Пример. 49-50, Денис. А, ну да. Примерно так же. В гипер, короче, лютую погоду можно было из 49 выйти, но Денис, это... Денис, короче, смотри, она стала позже тормозить, лучше включаться в повороты, но стала поменьше максимал. Ну, по сути, по времени круга то же самое будет. Ну, как предполагалось, короче, все это. Что там то ли двигатель слабее, то ли еще что-то такое. Да, вроде мощи стоит меньше. Да, мощи меньше, но это весит она легче. Ну, слушай, да. При этом по ощущениям ее и момента больше стало. Судя по тому, как она... Судя по тому, как она дрифтит, как бы. Да-да-да, судя по тому, как она и с места... Да, вижу. Да не слушай. А, слоудаун! С места, Паш. Мне сейчас надо будет слоудаун не вешать. Старая Мазда, она тоже с буксовкой дергалась. Просто не было дыма, и поэтому это поумнее. Ну, не настолько. Нормально. Давай. Я еще хотя бы хоть как-то могу управлять машиной. Е3 тут лютая скоростная погода. Я специально это сделал. Короче, я пошел. Я Эшус обогнал, но хуй с ним. Ну ты пересек финишку? Я Эшус обогнал, и я пересек. А, всё. Ой, Эшус без 20 позиций. Пока там народ не набился. Надо было чуть-чуть позже с тобой крашиться, но я специально. Куда, в какую? Тубзи, короче, создал. Daytona 2007 и 4 тачки. А на какой? Вы на какой? Там только одна есть из них куплена. Ищи 2007. Да, там новые GT3 и FR. Тё, ну чё, раскраску узнаешь. Короче, все новые тачки. Ты мне ещё жёлтые? Типа, как на старой Мазде. Как у нас было с пеками. Ну да. Похоже. Пока. А, на масте. Ух. Ох, нифига там народа. Блин, ребят, я должен посмотреть этот адский старт.
Потом Паша был в жале. Ой-ой-ой, тут еще эти пацаны, тут частицы, короче, не выключены. И они тут всю трассу засрали. Вообще. Паша, ты же всю жару на старте видел, да? Ну, меня Фил, например, заехал, да, и передо мной там... А, ты можешь от меня посмотреть, там первые два поворота, это вообще огонь был. А, ну да, сундук чуть сзади был, как раз. Илья... Там как раз Фил ушатали передо мной. Фил сам ушатался в меня, он просто впоролся на полной скорости. Илья, у меня в гонке у тебя показано все 5 кругов, ты так быстро вышел? Я дрифтил просто.